типа ходовые огни. Ну это габариты, я на габариты подсоединил. Немножко привел в порядок его. И этот колечко вот тут вот такое было. Оно уже свой ресурс исчерпало. Взял ремкомплект фланцевых колец N600. Буду ставить. Всем здорово. Сегодня у нас 9 мая, День Победы. Всех поздравляю с этим замечательным, знаменательным праздником. Ну а мы работаем. Закончил я по освещению подсоединять. Бампер поставили. Здесь тоже все работает. Теперь занимаемся вот по установке предбанника, скворечника, воздухана. Вот подгоняем. Поставили предфильтр для кировца. Вот такой вот. Это все еще или докрасится, или если погода даст, то докрасится. Если нет, то будем так выезжать в таком виде. Сейчас немножко обзор засниму. Вот там фару поставил. Тоже посередке была круглая фара. Старого образца поставил диодную. Нового образца. Здесь вот такие вот диодные. Вот так вот. Еще вот выхлопную осталось поставить. Под нее вот постамент сделали. Вот такой. Профтрубы для усиления. А то здесь вот такая вот пластинка небольшая. Тоже выхлопную. Если погода даст, покрасим. Если нет, просто так поставим. После посевной будем дорабатывать. Ну и все, осталось немножко. Так что пишите комментарии. Сразу предупреждаю, что матерные комментарии я удаляю, и пользователя так, данных комментариев блокирую. Так что уважайте других, не пишите маты. Можно написать то же самое, только другими словами. Все вот так вот. Очередной рабочий день. Вчера вот поставил зеркала свои, которые были, и еще дополнительно поставил вот такие вот малые. Сейчас буду тосол заливать, который сливал. Он чистый еще, отстоялся. Сейчас буду заливать. Ну все, все жидкости залил. Охлаждающий, смазывающий. Буду пробовать запускать. Проверка по освещению. Тут свет светит.
тоже светит. Так, повторитель моргает. Сзади габариты поворот работает. Здесь тоже габариты поворот. Что-то там ярче, как будто бы. Они так же само. Ну и здесь повторитель тоже работает. Так, еще надо вот эти вот фары включить сейчас. Все, эти фары тоже светят. Все, по электричеству готово. Все, выехал, подъехал к бочке, сейчас заправлюсь, полные баки, потом с бокса выгоним, сеялки там стоят, караваном зацепим и алга на поле. Но это будет в следующей серии. Всем удачи, всем пока.